Здравствуйте, дорогие друзья! С 6 по 9 июля и с 18 по 21 августа пройдет регистрация на открытые внутриигровые квалификации Free Fire Pro League CIS. Как подать заявку на участие? Сейчас я вам расскажу. Заходи в игру и кликай по значку Free Fire Cup в правом верхнем углу, чтобы попасть в меню с турнирами. Выбирай Free Fire Pro League CIS. Перейти на следующую ступень регистрации сможет только обладатель золотого ранга и 20 уровня. Далее необходимо создать команду или присоединиться к существующей. Для этого просто нажми «Отряд». Кнопка «Создать» будет слева, а «Присоединиться» справа. Если решил стать крутым капитаном, то внимательно заполни всю необходимую информацию об отряде. Это важно. Ведь именно эта информация будет использоваться для связи с вами, если пройдете в следующую стадию турнира. Заполнил все данные правильно? Набирай друзей. Чтобы пригласить друзей, нужно ввести их никнеймы в поисковую строку или выбрать из списка. Для участия на FFPL CIS они тоже должны иметь ранг золота и 20 уровень. Вступить в существующий отряд проще простого. Нужно только вбить его название в поисковой строке в разделе «Присоединиться». Когда весь твой отряд укомплектован, жми на кнопку «Начать игру». Обрати внимание, что все квалификационные матчи проходят с 9 по 12 июля и 21 по 24 августа с 18 до 22.00 по московскому времени. Перед началом боя раздай инвайты всем участникам своего отряда. Их имена и никнеймы будут отображаться в списке только в том случае, если они соответствуют всем вступительным требованиям. Отряд готов к бою? Погнали! Помни, что только 24 команды пройдут в финал квалификаций. Также обращаем внимание, что покинув матч открытых внутриигровых квалификаций, команда теряет по 3 очка за каждого участника отряда. Таким образом, если вся команда выйдет из игры до ее окончания, она потеряет 12 очков. Всего доброго! Увидимся на Free Fire Pro League CIS. Всем удачи!